Крысы ночами атакуют город. В редакцию «Вечернего Магадана» житель одного из многоквартирных домов прислал очередное видео с грызунами у контейнерных площадок. Как отмечает адресант, на охоту крысы выходят только в вечернее время. Днем же грызуны сидят в норках, которые находятся прямо за мусорными баками. Это контейнерная площадка у дома Портовая, 38, район Моргородок. Жильцы этих домов жалуются на огромное количество крыс у мусорных баков. Хотя наклейка гласит, что дератизация в июне была. На протяжении уже нескольких лет в социальных сетях гуляет любительское видео крыс, которые обитают не только у помоек, но и в подъездах, подвалах. Однако у баков замечают грызунов намного чаще. Как отмечают эксперты, в Магадане за дератизацию отвечает департамент ЖКХ, который в 2021 году заключил муниципальный контракт с подрядной организацией. Подрядная организация ООО «Сибюст» занимается они проведением дератизации всех контейнерных площадок, которые включены в реестр мест накопления данных площадок, ежемесячно. При проведении дератизации используются безопасные средства. После проведения дератизации у нас подрядная организация на контейнерной площадке размещает информацию о дате проведения дератизации в виде перечеркнутой крысы. Наклейка есть, но и крысы есть. Так почему же грызуны все еще атакуют город, если санитарную обработку специалисты проводят регулярно? Как отмечают эксперты, еще одна причина появления крыс – захламленность контейнерных площадок. Горожане продолжают складировать крупногабаритный мусор в непредназначенных для этого местах, поэтому не всегда баки вычищают вовремя. Предусмотрено, что контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов должны содержаться в чистоте, ну, то есть производиться ежедневный подбор, уборка мелкого мусора и в том числе предотвращать переполнение мусорных баков, мусоросборников. С нашей стороны управлением проводится постоянная работа по мониторингу таких площадок на территории города Магадана с целью недопущения их замусоривания. В Магадане работают две компании, которые должны ежедневно убирать мусор в соответствии с муниципальными контрактами. Контейнерные площадки должны быть чистыми, отметил Андрей Морозкин. Бак – не кормушка для животных. Если требования компании не соблюдают, их ждет административное наказание. За последние 3 месяца составили уже около 10 таких протоколов. Виновникам выписали штрафы.